все, убежал. Слеток. Не знаю, кто там, грачик маленький. Сейчас он слетает. А, вот он. Все, не успел. Маленький, который, по-моему, в прошлом или позапрошлом году. Ну, не тот же самый, но вот был, который я показывала. У нас на окошке сидел. Не в прошлом, несколько лет назад. Ну ладно, что, мы гуляем. Собственно. У нас сегодня опять прохладно. Лето закончилось, судя по всему. Вчера было 19 градусов, а сегодня, потом ночью опять дождь. И сегодня опять ветер. Во все стороны. Но этим надо гулять. Надо, значит, гуляют. Чушь уж сказать. Так, я варила уже сегодня гречку. Поела уже с котлетами. Печеньки. Их много не съешь. Они мягкие остаются. Но, наверное... Мне кажется, все-таки нужно было это, так сказать, тесто оставить немножечко, чтобы нам больше набухла овсянка. Она не скрипит на зубах, но на некоторых чувствуется. Вчера я пробовала, мне попался такой хороший, который не чувствовался. Так, они сладкие в меру. Ну, в любом случае, неплохой вариант. Можно сделать их. Руку помыла. Можно сделать их действительно в круглой форме. Добавить орехи. В общем, можно поэкспериментировать. Вот так и сидят. Ну, 10-15. Я без присмотра не оставляю, я сижу, стою рядом с ними. Стою, что-то делаю, ну вот. Да. Потому что на окнах нету сеток. Нету для котов специальных приспособлений, ну, которые закрывают им возможность куда-то выпрыгнуть. Но опять же, у меня первый этаж, и Пшарон точно не будет прыгать. А черный? Ну, черный тоже трусливый. Но все равно стою рядом. Контролирую. Сидят жопки. Жопки черно-коричневые. Так интересно мне. Создание со своим характером. Так, ладно, сейчас буду потихонечку все-таки разгонять и начинать делами своими заниматься. Опять поймала его. Чё-то он прям в нашу сторону ходит и ходит. Цветы его мои, что ли, привлекают. Вообще красивые, конечно. Тюльпаны у меня. У нас такой прям белым ободочком. А там вон такой вот красненький, ну прям как шариком. Так. Котики пришли. Котики бесятся. А чё котики бесятся, а? Чё котики бесятся? Бегают друг за дружкой. Бегают и бесятся. Да? Кошкин дом. Вчера пылесосила. Можно уже и сегодня. Еще разок. Потому что эти сейчас побесятся. Да при том, что я их вычесываю, девочки. Не просто так. Все равно. Линяем. Наверное,
Не знаю, что делать. К зиме линять или к лету. Даже чувствую, если весна такая, то как бы все лето таким не было. Ну, зато на зимней резине не позорно. Нет, позорно. Я еще не поменяла, девочки. Ну, поменяю. В ближайшее время, честно. Надо. Чего ты нервничаешь? А, я тебя снимаю. Нельзя тебя снимать? Характер. Характер. Нервы, 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 да, нервы, нервы. Так, спокойно, не надо меня своими лапами драть. Ногти уже пора заново обстригать. Что там у нас с маникюром? Ах ты, ядрит мадрид. О, как зацепил. Пора, да? Чудовище ты, чудовище. Все, я пошла делами заниматься. Поставила девочке молочко греть. Себе и котикам. То есть там пусто пока. Везде пусто. У нас прошел дождик. Время 8 часов. То одно, то второе, то третье. Холодно, потом окошко закрыло. Сейчас, наверное, опять обогреватель включу, потому что, не знаю, холодно мне. Холодно. Холодно мне, холодно. Ой. Ай. Чуть не обожглась. Так, подожди. Все, не кричи. Сейчас. Ёптель. Так, кто будет теплое молочко? Я знаю, Абсурончик, ты любишь. Что-то я немножко его это... нормальная. На. Идите вы. Ваше здоровье. Да, это то, что я хотела. Кстати, в молоко можно добавить корицы. Кристюш, я не буду открывать, там холодно. Все, девочки, на час включу обогреватель, фильм какой-нибудь. Буду лежать и смотреть. О, опять дождь пошел. Не, ну вы можете себе представить? Мгновенно прям раз и пошел. Ливеняка, опять ливеняка. Костюш, ну хватит. Там ливень, там холодно. Все, еще буду занавешивать и включать уже свет. Истеричка. Вот что вот меми, меми. Там холодно.
Ну, холодно и мокро. Пошли домой. Короче, мы сидим. Им пофиг. Все, закрываю. Уже сжалюсь. Но это мое молоко. У тебя же свое. Крестюш, давай. Давай домой. Давай домой. Такая дребедень целый день. Целый день. Пошли домой. Крестюш. Крестюша. Имей совесть. Крестюш. Крестюш. Пошли домой.